Всем привет, друзья! Сегодня я попробую сделать 40 подтягиваний за 2 минуты. В прошлый раз вроде бы было 32, показатели упали. Но сегодня попробуем сделать 40, побьем тот рекорд. Но перед этим я рекомендую вам подписаться на канал Евгения Муромова. Он снимает крутой контент, крутые элементы со стрит-воркаута. Вот такие вот. Короче, подписывайтесь, крутой контент, не пожалеете. Погнали. Тебе говорить время или что-то говорить вообще? Давайте, когда минута будет, скажу. Я там отдыхать все равно буду, блин. Спрыгнуть. Хорошо. Раз, два, три. Сколько это было? 25. Скажи, когда минута будет. Хорошо. Минута. Пацаны, все честно показываем, все одним кадром снимаем. Минута 40 будет. Ну, сейчас пока у тебя осталось 30 секунд. Минута 40 будет, скажи. Давай. Ну давайте поддержим его. Я не посчитал, сколько он сделал, но я думаю, около 40 раз даже больше он сделал. Давай, давай, давай. Еще. Сколько? 5 секунд осталось. Не, не смогу. 46. Че, теперь очередь Санька, сейчас посмотрим, сколько он сделает. Че, готов, да? Ты снимаешь? Ну да. Все, пацаны, сейчас попробую сам. Скажи, когда готов. Готов. Погнали. Минута 29. Минута 14. Сколько ты сделал уже? Слушай, я не посчитал последний, я сделал 18. А, давай, бомби дальше. 38, 37. Нелегко, да? Дальше не сделал, просто отказ. 17, 16, да. Что-то я чувствую, я уже не сделаю. Попробуй, попробуй. Давай, 10 секунд, погнали. Пять, четыре, три. Все? Я думаю.
Сколько получилось? Около 30. Около 30 должно 30? Быть. 30? 40 точно не сделал. Ну вот, друзья, прежний рекорд побит. Красава, можете меня поздравить. Теперь ставим новую цель 50 подтягиваний за 2 минуты. Попробуем за 2-3 недели сделать это. Никакого секрета в увеличении подтягиваний вообще нет. Самая основная такая методика, вы должны каждый раз, каждую тренировку, в каждом подходе делать на 1, 2, 3 повторения больше, чем вы делали прежде. И тогда у вас будет рост. Я по такой методике тренируюсь, и все получается очень классно и продуктивно. И еще я открыл для себя новую методику, новый вид тренинга. Значит так, короче, будет 4 подхода по 2 минуты. Вы долбите 2 минуты просто, с отдыхами, конечно, но нужно сделать за 2 минуты максимум, как мы делали сейчас. Но вы отдыхаете между подходами по 4-5 минут, ну, пока отдохнете полностью. И потом снова 2 минуты долбите, потом снова отдыхаете 4-5 минут, потом снова долбите 2 минуты. И так, короче, 4 подхода. Можете сделать 5 подходов, если осилите. Это удивительно мощный вообще стресс на мышцы и очень помогает. Какой бы я натренированный не был, у меня все равно, когда я вот эти подходы сделал, у меня потом на следующий день просто все болело, все мышцы просто отваливались. Попробуйте, друзья. А так, всем спасибо огромное за просмотр. Будем добиваться новых целей, новых успехов. И смотрите эти видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и всем пока!